Наступило настоящее лето. По прогнозам синоптиков, на европейской части России устанавливается хорошая теплая погода. Большинство жителей Верхневолжья предпочитает проводить жаркие дни около водоемов. Самое популярное место – это городской пляж. Хотя официального статуса он пока не имеет, туда все равно стекаются отдыхать люди разных возрастов. Мы решили выяснить, насколько наши горожане довольны инфраструктурой, какой она должна быть и чего не хватает. Эти вопросы наша съемочная группа задала жителям Твери. И вот что они ответили. 4 километра набережная. От речного до, как она называется, до заставы, да. Ни одного туалета нету. Те 2 капитальных туалета, которые были, один около НИИ-2, второй недалеко, здесь, около Старого моста, они оба закрыты уже благополучно лет 30. А народ, особенно пожилой, ему периодически нужен туалет. Все ходят, и вот, посмотрите, куда они ходят. Кругом каждый угол. Сейчас-то еще народу много, так что здесь никого не таких картин не увидишь. А зимой здесь просто каждый угол. Территория, конечно. Хороший песочек, естественно. Вода чистая. Лежачки, раздевалки. Чтобы все удобно было, комфортно. Душ. Ну, как и на Черноморском побережье, там, в принципе, везде почти. Так, в Крыму тоже неплохо. А у нас? Ну, здесь оставляют желать лучшего. Вы сами видите. А мне кажется, так все современно, все нормально. Нормальный город. Чего? Лучше ДРСУ сделайте. По пляжу инфраструктуры здесь нету абсолютно. Насчет лежаков я не могу сказать. Надо больше развлечений, спортивных сооружений каких-то, чтобы привлекать людей, например. Да? А пляж, песочек должен быть хороший. Ну и место, где можно переодеться, принять, может быть, душ. Надо сделать официально, чтобы спасатели были, чтобы можно было с детьми приходить. Вот. Как минимум привезти песок дополнительный, убрать сорняки и деревья, которые там уже выросли на пляже. Ну вообще, набережную давно пора приводить в порядок. То есть покрытие как-то обновлять, ну... Тут нуждается все в уходе.